Еще что ли? А вон он. Ну прямо от него пропасили. Отсюда до него, короче, он не пропал. Сколько по уже так нету. Ходи, беги на меня. Там два здоровяка. Очень мелко до вчера. Патроны. Не бой! Все, что ли? Я хочу сундук. Где мой сундук? Ну, металл, ну ладно, хоть что-то. Ты видел сундук? Я тоже нихера. Ну блин, жлобы. Ладно, поперли. Перемещаемся к лагерю. Потом от лагеря переместимся туда, чуть ниже. Как раз в форту. И-ха. Двустволка, аннигилятор. Сука! Аннигилятор, его... пушка! Блять, как его продать, блять? У меня почему-то на кнопку включения микрофона, сука, покупается оружие. Заебись. Купил его нахуй за 40 тысяч, продам за 5, блядь. Охуеть. Да. За 2. Какая дикость. Ладно, посмотрим, блядь, что за аннигилятор. Погнали. ТП-шись. Она типа как бы пиздатая. Урона мало. Урона мало? Ну, типа 354. А у меня сейчас стоит... Принимай перемещенку.
А у меня 712, ладно. О, это большая разница, если у тебя тактическое на 700, бери тактическое. Оно синее, подожди, сейчас тебе скажу. Штурмовая винтовка. Глюк прошел, я же сказал, смотри, все. Штурмовая винтовка, 30 зарядов, 712 урон. Один воспламеняющийся, ну, только воспламеняющийся магазин, один навык. А эта, которая аннигилятор, она как бы типа по остальным параметрам мощнее, но не урона 350 всего лишь. Угу. У нее скиллы типа второго, третьего уровня, а не первого. Да нет, у меня тоже некоторые из первого уровня, но ты смотри на урон, который не наносит дополнительный. Либо чё дают, потому что если ты это не используешь, то нет смысла тебе от этого скилла, тогда меняй точно. А мы куда, на коме сидим? Ну, вообще-то, окрестности оружия ищем. Чё, 0 из 3 горит? Ну, потому что все, мы правильно идем, нажми тап. Все, глюк прошел. Видишь, теперь нам точно показывают, куда надо. Здесь где-то был замекан металл, нашел. У меня дробовик, который 4500 урона сносит. На мне тоже 4700. О, вот, вот, ты был прав. Нам сюда, только вот с этим, вот здесь запчасть подобрать. Не вот с этой херни делать что-то, а запчасть подобрать. Наверняка чья не пригодится. Вот, знаешь. Слушай, скажи мне, ты знаешь Якуба еще из земли? Он что, всегда был таким обиженным на весь мир говнюком? Он был самым большим говнюком Металл. Из всех, кого я знаю. Да, я так и думала. А еще он был моим самым преданным другом. Это нормально, да? Что я все еще злюсь на него, хоть и скучаю. Все мы не без греха, но я доверял ему как себе. Сундук. Понимал, что перевоз... О, видишь, проход открыт. Да. И что денег ему лучше не одолжил. Здесь мы уже не брали. Долги — это все, что мне досталось от него. Блять, конечно, так себе дробаш. Блять, 4500 урона у нас, это не твоя, не твоя. Сзади монстр, я мягко пойму. Попробую. Блять, сука, мы спали. Поджигает меня. Это мелкий. О, да. Мне так нравится. Ой, птичка там идет. Это плохо. Этот аннигилятор нихуя себе выдает, хотя мало урона, блядь. Сейчас. Мне понравится ли. Иду. Я го. Пытаюсь. Ух ты, штука. Сколько у вас тут, блядь? Воскресли, да? Угу. Сука. Да, ёбаная летающая хуйня, блядь. Она меня заплевала. Да, это понятно, поэтому да, надо её от неё сразу добавлять, когда она летит еще на тебя. Брат, это аннигилятор нихуя себе, он дохуя сносит. Ну, теперь только, только вблизи. Нет, это я про аннигилятор, а дробаш вообще говно, даже вблизи. Аннигиляторная пушка! Mm-hmm. О, это как раз то, что нужно чане.
Мне вот что интересно. Те очки, которые он с собой таскал. Настоящие? Какие? Дисплейные? Я была ребенком, а он хвастался, что с их помощью можно было столько всего сделать. Я думала, врет. Не-не, они настоящие. Только вот от них и на земле почти толку не было. Ты идешь? А, так подожди, аннигилятор — это двустволка? Нихуя себе! Ой-ой-ой, сейчас будет мясо.